Теперь как мне руки отлепить? Алинка, что делаешь? Рисую. Нарисовала, а теперь разрисовываю. А уроки ты сделала? Да. Ну, тогда у меня для тебя вот такой сюрприз. А что это? А ты не знаешь, что с этим можно сделать? Нет. А с этим можно сделать? Можно на голову одеть. Можно сделать самый большой слайм. Ух ты! Ты бы хотела? Конечно! Я же люблю слаймики. Тогда у меня для тебя есть сюрприз. Интересненько. Сейчас я покажу. А сюрприз-то вот такой тяжеленький. Ух ты, а что там? А здесь куча всего. Давай я тебе одно покажу, а ты угадаешь, что это. Вот такое вот, вот, вот. Это клей? Да, это клей, но это не весь клей. У нас еще много клея, много пены, много всего. Вот это еще клей. Ого, на молоко похоже. Нет, это не молочко, это клей. Это мы сегодня с тобой сделаем огромный слайм. По руках? Да. Итак, начнем. Вот что у нас для этого есть. Клей ПВА 5 литров. У нас есть пенка разного типа, 4 баночки. У нас есть перчаточки, я взяла на всякий случай. У нас есть тетраборат натрия, 5 бутылочек. Также у нас есть красители и у нас есть шампунь, который мы будем применять. А, у нас еще есть крем для рук. Для того, чтобы ручки были мягенькие в перчаточках. Yeah. Давай быстрее начнем! Давай! Процедура такая! У меня какие перчатки длинные! У меня они маленькие, как раз для меня! Итак, самое время подписаться на канал! Наше видео выходит регулярно. В среду и субботу. А мы приступаем. Алинка будет мне помогать. Подожди, давай потихонечку. Давай. Открываем. О, клей, он тяжелый. Давай в банку. Ой, держись, я вот так. Так выдавливаем. Ты можешь сама? Да. Держи. Смотрите. Ого, уже здесь его так много. Ой, я уже все. Если ты все, за мою бутылочку. Где плечик там? Вот там есть плечик, вот там есть пакетик. Ой. Вот там лежит пакетик, принеси. Вот. Будем выбрасывать. Так. А теперь большую баночку. Да. Для этого супер слайма надо будет 5 литров клея. Да, он будет очень большой. И, наверное, получится хорошенький. Да. Так, сейчас я вылью. Подожди. Может, вес не будем добавлять? Давай вес. Интересно, получится у нас слайм или нет? Посмотрим в конце, друзья. Да. Что из этого получится? Так, ну почти что мы его выжали уже с этого ведерчика. Закрываем, убираем. Теперь что мы добавляем? Добавляем пену. Берем одну бутылочку, вот. Вторую. И что мы делаем? Вот так вот, как обычно. Так, трясем. Трясем тщательно.
Рисуем пенку, чтобы она хорошо пенилась туда. Я все? Давай, пробуем. Потрогай меня. Я не знаю, открывай. На тебе, хочешь мою? Давай. Да. Подожди, подожди, перчатки поправь. Окей. И добавляем пену. Да. Все, пойдем. Попробуем. Надо будет добавить, наверное, три. Ой! Три баночки точно. Вау! Ой! Она какая-то розовенькая. Тебе даже кажется. Похоже на розовенькую. Одна баночка заканчивается. Вторая баночка. Мы добавили две банки пенки. Давай добавим еще вот эту вот беленькую, хорошо? Давай. Третью, а там посмотрим. Может, четвертую не надо будет. Можно я попробую сделать так? Сейчас. Растрясу, у меня уже рука болит. Ох. Да, сложно это трясти. Вот, это идет легче, на. Добавляй ее, добавляй, горку такую сделай. Ой, ребятки, я сделаю замок. Торти. Давай, давай. Много пенки. Она уже заканчивается. Да, третья баночка уже заканчивается. Может, наверное, хватит той пеночки? Да. Ну, может, сейчас... Ай! Нам, наверное, надо принести, чем мы будем это все перемешивать. Вот этими вот ручками. Да? Мы поэтому в перчатках. Так, мы добавили три баночки пенки. Сейчас? Мы их выбрасываем. А теперь я перемешаю. А потом после этого мы будем добавлять шампунь, крем и цвет. Я сюда вставлю, буду тебе хорошо открывать. О, она похожа на крем. Да. Это не крем. Скоро уже будем давать третий ингредиент. Ух ты. Вы видите, ребята, какой классный? Подай мне, пожалуйста, шампунь. Вот. Да, открывай его. Так, баночку шампуня мы добавим. Ты пока льешь, я буду перемешивать. О, как она сразу пахнет хорошо. Да, у нас будет ароматный. Да. Все, достаточно. Да. Выбрасывай его в пакетик. И давай открывай аккуратненько цвета. Да. Одень перчатки. Нормально, что тебе? Послетали перчатки? Да. Нету пока, ребятки, таких перчаток для деток. Да. Ну, мы, по крайней мере, не нашли. Может, где-то есть, а у нас нету. Поэтому мы пользуемся такими, которые мы нашли, которые мы смогли найти. Открывай, пожалуйста. Мы опять брали пищевые красители. И вот мы хотим их тоже применить. Они нам понравились, они были яркими. Ну, какой-то вишневый цвет. Какой ты цвет выбрала? Малинку? Да. Давай дальше. Надо много цвета этого, чтобы этот цвет был ярким. Нам понравились пищевые красители. Они, правда, руки красят, но с нами получаются очень яркие. Да. Поэтому мы берем эти, проверенные. Это прям суфле. Смотрите, какая красота. Ага. Смотри, как красиво. Вау. Он, наверное, будет розовым. Масса такая большая, красивая. Вот такой бы был слайм, был бы хороший, правда? Да. Если вам нравится такой цвет, ставьте лайки.
Алинка, давай ты мне поможешь и дашь мне крем для рук, хорошо? Хорошо. Давай. Добавляй, добавляй, пол тюбика. Сейчас, ребятки, пришло время загустителя. Да. Очень аккуратненько. Только баночку не прокинь, ровно держи. Да. А теперь потихоньку заливай. Так, давай. Везде по кругу. А я пока буду перемешивать. Пока что он не густеет. Одна баночка. Это очень мало. Давай еще. Давай, ты же умеешь открывать. Давай аккуратненько открывай. Я буду двумя руками перемешивать. Он понемножку загущается, ребята. Вот такой. Давай мы с тобой перчатки уже снимем. Давай? Давай. И попробуем без перчаток. Давай снимаем. Без перчаток же будет легче. Но у нас, наверное, будут красные руки. Да. Так, я считаю, подвинься немножко, что надо еще добавить тетрабората. Он немножко липнет еще к рукам. Ну, уже лучше, но еще немножко липнет. Он вот. Еще липнет, Алина. Можно. Наверное, надо еще добавить. Давай. Давай, добавишь? У нас еще есть две баночки. И грязные ручки. Да. Давай быстрее. Встаем? Да. Добавь пол баночки, мы это сейчас посмотрим. Весь? Нет, половинку. Сейчас, он должен уже не прилипать к рукам. Вот, подожди. Ей уже не втерпешь. Слайм будет. Вот мы его замесим. Вот такой у нас слизняк. Ой. Лизунчик. 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 Вот он. Слайм, ребята, удался. Да. Давай мы его на стол положим. Давай. И покажем ребяткам, какая у нас сила большая выросла в этом тазике. Давай вот это берем. Держи. Он такой огромный. Да, ребята, вот он такой наш слайм. Мы довольны, что у нас получился. Вот такой большой. Огромный. Аж руки болят. Давай, крути. Колбасой. Он удирает, держи. Немножко добавим шампуньки. Чтобы он был помягче стал. Смотри, как я делаю массаж. О, да, я тоже так хочу. Давай вот так вот его растянем по столу. Месим тесто. Слизняк. Вот он. Тяжелый. Ага. Осторожно, а то на голову упадет. Он такой яркий, прикольный. Да, у нас получился малиновый слаймик. Тяни его! Тяни его туда! Тяни! Залипуха какая-то! Все! Он тяжелый! Сможешь вытащить ручки? Нет! Серьезно? Серьезно! А мы сделаем метр. Делай метр. Вытаскивай ручки. Окей. Так, ты сейчас... Отлипайся, отлипайся. Давай, вот так сделай руки. Только не сильно мне, давай, делала. Так. В принципе, у меня не получилось, но у тебя получилось. Достаточно. Первый его поднять? Да. Ого. А я тебе говорила. А я вот так вот отлеплю. А он хорошо, кстати, отлипает уже.
Хорошая консистенция получилась, ребятки. Слаймик хороший, отлипает хорошенько от рук, тянется отлично, мягенький, на ощупь приятный. По цвету нам понравился. А, смотри, какой. А вы нам напишите, понравился ли вам такой цвет и такой большой слаймик. Тяжелый. Мы очень рады, что у нас он получился большой. Мы всех вас целуем в щечку. Всех вас любим. И всех.